Чаатай Лусой вновь бурно обсуждается турецкими зрителями. Как всегда, новый облик актера озадачил многих, а его новую работу ждут с особым нетерпением. Какой же сюрприз приготовил Чаатай на этот раз? Во вторник, 1 сентября, турецкие социальные сети бурно обсуждали Чаатая Улусоя. Имя актера попало на 5-е место в трендах турецкого твиттера. Причиной повышенного интереса к актеру стало его появление на свадьбе оператора Гевхана Тиреки, с которым они вместе работали над сериалом «Защитник». Новый имидж суперзвезды турецкого зрителя немало удивил. Тем более, что одновременно с появлением этих фото вышел фрагмент 3-й серии сериала «Звоните моему агенту», в котором Чаатай был заявлен в качестве приглашенной звезды. Телеканал Star TV пообещал большой сюрприз и не обманул. Такого Чаатая вы еще не видели. В новой серии сериала «Звоните моему агенту» Фирис и Диджле будут поставлены в сложное положение. Главная звезда Фирис Чаатай Лусой исчез, и уже 2 недели до него не могут дозвониться. Оказывается, актер готовится к новой роли во французском фильме и предпочитает входить в образ в удаленной хижине. Начинающий актер барыш Денис Джанакташ получит несколько ценных советов от суперзвезды о том, как не потерять себя в турдизе. Разумеется, турецкие поклонники Чаатая уже начали гадать, является ли французский фильм чистой выдумкой создателей сериала, или же речь идет о реальном проекте звезды. Впрочем, французский фильм, скорее всего, просто фантазия. Но у Чаатая есть и настоящий проект. Уже почти месяц он снимается в новом фильме «Боевой тупик», где играет мусорщика и отца маленького ребенка. По заявлению актера, для него это будет совершенно новый опыт. Фильм выйдет на экраны в 2021 году. Как известно, Чаатай никогда не повторяется и предпочитает полностью вживаться в образ своего персонажа, поэтому вызвавший столько удивления новый имидж – это часть его новой работы, которую мы увидим только в следующем году. А через неделю нам предстоит увидеть Чаатая Лусоя на экранах в образе самого себя. Фрагмент 3-й серии сериала «Звоните моему агенту» с его участием собрал 1 000 000 просмотров на официальном аккаунте YouTube менее чем за 15 часов. Еще 330 тысяч просмотров прибавил телеканал Star TV. Примечательно, что на официальный аккаунт сериала пока подписано менее 84 тысяч зрителей. Похоже, турецкие зрители сильно соскучились. Толстый, худой, бомжеватый или причесанный Чаатай Лусой всегда остается на повестке дня. Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами и не забывайте подписаться на наш канал.